61 килограмма. В красном бегу мастер спорта Имам Анжиев, Россия. Хасавюрт, параллельный зачет Чеченская Республика. В синем бегу мастер спорта Нюргун Скрябин, Россия. Имаму 21 год, студент Дагестанского государственного университета. 10 лет в борьбе, мастер спорта. Второй раз выступает на международном турнире Иван Ярыгин, тренер Зелимхан Гусейнов. Победитель первенства Европы среди молодежи. Его соперник Синеплико Нюргун Скрябин, Россия, Якутск. Ему 25 лет, 12 лет занимается борьбой. Мастер спорта, тренируется под руководством заслуженного тренера России Кирилла Захарова. Нюргун Скрябин, бронзовый призер турнира имени Ивана Янгина прошлого года. Первый период. Равная борьба. Счет 2-2. Надо отметить, что в этой весовой категории на данных соревнованиях очень интересная борьба. Буквально с первого круга. Уже в первом круге проиграли молодым борцам
Чимби, Гешуку, и Аджиеву, и Мамо. Это молодые борцы, впервые выступающие на таких соревнованиях. Проиграли именитые спортсмены, чемпионы мира Гайдери и И мы уверены, что второй период найдет также очень острой борьбе.
сейчас, конечно, сравнения нет. Прием четырехбалльный, но был у него долго. И после, вот сейчас выясняю. Настоящее искусство!